Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Обливион. Копушка, что-то нос у нее получился какой-то орлиный, да? Ну да ничего. Мы находимся в Бруме, в последней серии мы тут осматривались, нашли пару гильдий. Что? Император и его три сына мертвы. И все это произошло под носом у имперской стражи. Что? Это позор. Продолжай. Есть ли новости из других провинций? Как я понимаю, поклонение Дейдра стало главенствующей религией на острове Сомерсет. Похоже, остров Сомерсет стал значительно более опасным местом, чем раньше. Хорошо, послушали диалог. Еще увидимся. Насколько я помню, мы все тут осмотрели. А, нет, здесь еще были наверху у нас строения, в котором мы не зашли, там дома богачей. Сейчас мы наведаемся туда, посмотрим. Я, честно говоря, уже забыл, что мы тут вообще в этом городе делаем, но тут у нас было одно непонятное происшествие, то есть кто-то убил вампира, мне нужно поговорить с охотником. Давайте вообще посмотрим квесты наши. Так. Говорят, Арнор Аори из Брумы хочет, чтобы кто-нибудь помог и вернуть украденные у нее деньги, мне стоит зайти к ней домой. Так, Арнор Аори, и узнать, не могу ли я помочь. В Бруме нас снял стражник. Преступление. Рейнил Дралос. Интересно. Так, ну вот сейчас у нас два этих квеста. Нужно дома Аурии найти и с охотником на вампиров как-то разобраться. Так, ну давайте искать. Это что у нас? А, здесь у нас кузнец. Мы здесь неплохо так продали весь хабар. И тебе не кашлять, уважаемый. Нравится мне в вашем городке. От него прям пахнет Скайримом. Хорошо навевает. Кто-то говорил, играй, пожалуйста, говорит, от третьего лица. Но, ребят, здесь анимация просто, ну, увидите, ну, это же, ну, вот, в прыжок, смотрите. Оп! Вот такой прыжок. Это некрасиво, это глупо. Если в Скайриме эту часть, ты что там стоишь, эту часть довели до ума, то здесь вид от третьего лица так, для мебели просто. Осмотреть иногда персонажа, вон как на нем хорошо колчан держится. Ты босиком не зябнешь-то на снегу? Джорфельд вонючий. Мои дети будут благодарить тебя за помощь. Ну, держи. Спасибо, великодушный господин. Хорошо. Что по слухам у нас есть? А ты в курсе того, что случилось с Джорундром? Его поймали на краже золота, и теперь он в тюрьме. Арнора, наверное, вне Арнора. Себя от отчаяния. Хорошо. Да пребудет с тобой благословение Стендарта. Спасибо. Так, у нас еще одна ниточка к Арноре. Давайте, кстати, маленько музыку убавим, потому что, ну, я ее прибавлял по полной. Вот так вот где-то. Когда у нас вообще звуков в игре не было, когда игра маленько побажилась. Но сейчас-то смысл в этом. Так, хорошо, у нас есть путь к замку, и у нас есть наверху тут вот эти строения. Или вот это строение. Здравствуй, Дилда, Йорк Отверженный. На одну монетку я смогу питаться целый день. Ну, с твоим тортом, да. Слухи. Анвил весь гудит. Сначала нападение на часовню, а теперь пророк вещает о конце света. Ну, бывает. Монетку не получишь. Да пребудет с тобой благословение Ану. Ану. Так, северные ветра, это похоже... А нет, это разные здания. Северные ветра, понятно. Здесь мы можем прикупиться чем-нибудь. Кстати говоря, у нас, по-моему, еще много вещей не продано. Мы продали только металлическое. Посмотрим. Ух ты, бедный Мишка. Какие вы все высокие, ребята. Скьорта, здравствуй. Скьорта. Северные ветра. Мы продаем одежду и доспехи. У меня болит голова, так что, пожалуйста, говори потише. Хорошо! Так, что в Бруме происходит? Мы пьем, потому что мы счастливы. Мы норды. Жаль, только на следующее утро язык не ворочается. А, так у тебя похмелье. И голова тяжелая. Это немного омрачает счастье. Хорошо. Что по слухам скажешь? Говорят, что если ты убьешь кого-нибудь... Во сне к тебе придет темное братство. Так они набирают новых членов. Но мне пока нет нужды кого-либо убивать. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле.
Так, что у вас тут есть интересного? Ну, в принципе, ничего, да? У нас одежка в самый раз. Здесь тем более легкая одежда, по большей части. Продадим тебе капюшон некроманта, медное колечко, черные широкие штаны за один септим, просто чтобы избавиться. Да и, собственно, все. Я уважаю твой бизнес. Молодец. Удачного тебе дня. Да, ты смотри, тоже с перепою тут не помри. Олфанд. Я Олфанд, обучаю ношению легких доспехов. Мы со Скьёртой содержим северные ветра. Прошу простить нас, мы немного перебрали вечерком. Голова болит. Бухарики, значит. Ну, давай, я не знаю. У меня лучшие что-то. Товары, самые низкие цены во всем Сиродиле. Ой, я не вижу ничего, что могло бы мне пригодиться, хотя ремонтный молоток, возможно. Ну, ладно. Наш герой, конечно, в Скайриме был... Подожди, а что это? Джиггернаут, тяжелые доспехи, понятно. Наш герой был отличным кузнецом и ковал себе броню, оружие. Но здесь пока что мы ограничены в деньгах, у нас 592 септима. Так, ну, починиться мне нужно. Я могу починить почти. Я могу научить тебя, если ты хочешь учиться. Вот это, я думаю, нам пригодится, да? Маленько потратились. Да и, в принципе, все. Спасибо тебе. До свидания. И тебе не кашлять. Что у вас-то интересного есть? Рулетиков нигде? Печально. Ладно. Не поминайте лихом. До свидания. Где же нам Арнору-то найти? Сейчас мы поставим этот квест главным и найдем ее. Сначала только осмотримся маленько. Здесь у нас барахольщица Новорома. Приятный городок, спокойный. Это ты? Привет. Это я. Ой, что у тебя с лицом? Что? С лицом, говорю, что? Бедная Арнора. Говорят, ее дружок Джорундер украл у нее золото и оставил без гроша в кармане. Понятно. Арнору все жалеют. Удачного тебе дня. В этом городке. Сурутан, привет. Сурутан. Я горжусь своей Новоромой, уголком Центральной Империи здесь, в горах Джерал. И что ты скажешь мне про свой город? Никакой нужды ехать в имперский город. Брума внешне похожа на Скайримский город. Но у нас можно найти все те же удобства, что и на Небинейском юге. Ну да, внешне похож. Что продаешь? Взгляни на мои товары. Ух ты, наверняка стрелы. Тебя что-нибудь заинтересует. А, это мои стрелы. Подожди, нет, вот мои стрелы. У меня, в принципе, их достаточно. Обезьяньи штаны. Ух ты. Блин, вот это я хочу. Как-нибудь своровать, может. Или ладно, всему свое время. Картошка. Пожрать у меня тоже есть. Ладно, пока. Запомню, что у нас вот такие штанишки неплохие продаются. Ладно, уходим. Это ты? Это я. Привет. Так, ну и что у нас тут? Привет, привет. Какие вы все тут дружелюбные. У нас таверна. Радушие Джерала. Так, ну в таверну. Давайте заглянем, может, что новое узнаем. Я, честно говоря, не помню, были мы тут, нет? По-моему, не были. Ух ты, уютно тут, да? Как поживаешь? Прекрасно. Я Логвар. Хафит платит мне за то, что я все время нахожусь здесь и присматриваю за порядком. Короче, вышибало. Понятно. И тебе всего наилучшего. И тебе тоже. Привет! Привет. Добро пожаловать в Бруму. Хафит пустая нога. Я хозяин радушия Джерала. Постель, еда, все, что пожелаешь. Ну, это отлично, но... Так. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Фух. Так, все. Я счастлив. Это лучшая серия в игре. Еще один, да.
До свидания. Мне некогда. Я должен съесть свои рулетики. Давай, 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 где они? Ох, как я по этому соскучился. Давай терем запьем. Сила воли уменьшается. Так, отлично. На все, короче говоря, ставим квест-карта. Ну, показывает на Бруму, но не показывает, куда именно. Ладно, будем искать так. Хотя вот у нас есть небольшой указатель на карте. Возможно, он нас именно туда и приведет. Так, ну что, маленько поакробатничаем. Или давайте лучше по лестнице спустимся. Сейчас еще ногу сломаем нафиг. Опа. Добрый день. Добрый. Ты не Арнора? Нет. Подожди. Джантус Бролус. Я Джантус Бролус. А, да, точно. Просто знакомым показалось. Удачного тебе дня. Так, хорошо. Вот этот дом похож, да? Ну, давайте поговорим, что у тебя тут происходит, Арнора. Совсем тебя оставили без крова, да? Ну, дом неплохой, кстати говоря. Только денег, видимо, у тебя теперь нет. Что ты хочешь? Ты разве не видишь, что я в расстроенных чувствах? А, мы же с тобой разговаривали. Что у тебя с Джарундром произошло? Наши дела тебя не касаются. Я не знаю, кто ты. Почему это ты думаешь, что я буду разговаривать с тобой о моем бывшем любовнике? Ну, может быть, я стану твоим нынешним любовником? Наши дела тебя Ой. Не... Как-то тут задобрить вроде да, можно. Да, слушаю. Льстить, хвастаться, шутить или угрожать. Так. Когда подсвечивать какое-либо действие на лице... Понятно, нужно угадать, короче говоря. Красноречие нужно качать для этого. Хорошо. Так, ну... подкуп. Это за деньги все делается, да? Ну-ка. А, нет, подкуп это отдельно, а мы просто старт. Что это у нас? Давайте пошутим. Это очень смешно. Да ладно. А это что такое? Угроза? Не могу спорить с этим. Ты поняла, да? Это что такое хвостовство? Ты знаешь, я лучший любовник в Скариме. Что-то не верится. Я восхищен твоей проницательностью. Не пытайся мной манипулировать. Ну, ладно. Какая трата времени. Похоже, у нас не очень с ней удалось. Наши дела тебе... Давайте еще раз попробуем. Ну что еще? Ты не поняла, я с тобой не просто разговариваю. Я не возражаю. Ты знаешь, я прекрасный человек. Что-то не верится. Да ладно. Ну ты такая красивая, у тебя, смотри, такое ожерелье. Какая чушь. Да ладно, я пошутил. Мне понравилось, очень. Ну ладно. Какая трата времени. Наши дела... Понятно. Ну иди ты тогда. С катертью дорога. Это тебе того же самого. Я хотел тебе помочь в твоем деле, а так... Хрен с тобой. Короче говоря... Придем сюда, возможно, когда будет навык красноречия прокачан. И там, возможно, сможем извлечь из этого выгоду свою. Так, давайте... Оказывается, был вампиром. Его убил недавно. Так, какая из них более ранняя? А, вот. Мне нужно отправиться в дом на место преступления. Понятно. Но там у нас охранники. Возможно, мне стоит там затихариться. Сегодня твой счастливый день. Так что давай послушаем, что ты скажешь. Нет? Вечерело, кстати говоря. Так, вот этот дом, по-моему. Как-то мне их разговорить, что ли, надо? Что я вообще тут делаю? Пожалуйста, оставь меня. Как зовут этого Рейнел Дравос? А тут мне показывают на выход. Здесь нельзя находиться никому. Понятно, ребята. Рейнел Дравос я тоже не могу найти. А теперь дорога ведет обратно, понятно. Давайте посмотрим замок.
а там уже будем разбираться. Может, в замке в тюрьме найдем этого. Жалься над старым ветераном войн. Нет. Там уже посмотрим, возможно, что-то с Арнорой сможем сделать. Что-то в этом городе у нас с квестами пока не заладилось, непонятно, что делать. Что-то случилось? Нет, все прекрасно. Добрый вечер. Добрый. Это кто у нас интерес такой? Так, один вход, да? Давайте посмотрим, кто у нас управляет этим городом. Возможно, у них будет работа для меня. Так, ну, вон там вон тронный зал, похоже, но там что-то темновато как-то. А куда вы направляетесь? Да. Нет? Привет. Привет. Ну, пойдем посмотрим. Не темно, оказывается. Толган. Добрый день. Я Толган, Герольд графини Нарины Карвейн. А кто это вообще? Графиня ведет прием каждый день с 8 утра до 6 вечера. Да-да. Если ты хочешь получить аудиенцию у нее, пожалуйста, приходи в эти часы. Ты также можешь подождать ее в большом зале. Сейчас время у нас... Блин, на час опоздали. Ладно. Что у тебя тут своровать можно? Очень сложно. Дико сложно. Поживиться особо нечем. Разбитый акавирский щит. Понятно. Пардон, я ничего не хотел. Я просто смотрю. Милорд. Извините, я просто осматриваюсь. Давайте пройдемся по замку маленько, куда нас пустят. Красивый такой, напоминает мне драконий предел. Только здесь все более основательное, каменное. Графские покои. Там она дрыхает, значит. Ну ладно. Давайте в ту сторону посмотрим. Тут у нас, похоже, казармы. Да. Так, казармы и вот в темницу пойдем. В темнице, возможно, мы найдем этого мерзавца и что-нибудь из него вытянем. Так, поживиться вроде нечем. Ну да, каменная чашка нам не сильно нужна. Оп, упала. Серебряный, говорите? Да нет. Уходим. Белов не знаем, да? Хм. Так, темница ниже. Так, это в казармы. Надеюсь, меня за этот серебряный меч никто, ничего. Оу, привет! Здравствуйте. Хочешь что-то сообщить? Я вообще не доносчик, я хочу посетить заключенного. Зачем тебе это надо? Только недолго. Я все время буду рядом, так что не пытайся выкинуть какой-нибудь номер. Хорошо. Открывай. Надо будет еще научиться воровать, но пока что не с кого и нечто. Нечего, вернее. Не прикасайся к замкам. Хорошо. Так, ну что, это ты, дылда? Могу ждать тебя вечно. Подождешь. Уходи. Уходи. Вот и поговорили мы с Джорундром. Не прикасайся к замкам. Да я и не собирался. Заключенным нельзя передавать подарки. Да он даже разговаривать со мной не хочет. Ты видел это? Капец. Заключенным нельзя передавать подарки. Ой, ладно, все. Запирай свою калитку. Не прикасайся к замкам. Скучно тут у вас. Хамло. Не подходи слишком близко к заключенным. Тьфу. Откуда вы такие беретесь?
Не подходи слишком близко к заключенным. Ментовской беспредел. Пошли в казармы. Меч сперли. Ух ты, сколько у вас тут елки-палки. А неплохо вы тут обитаетесь, да? Салют. Где? А, иди понял. Отдохни. У меня как ноги поживаешь? Сейчас отвалились. Как поживаешь? А, Бурт? Как поживаешь? Я капитан Бурт, командующий стражи Брумы. Хороший голос. А ты в курсе того, что случилось с Джорундром? Его поймали на краже золота, и теперь он в тюрьме. Мало того, я Арнора, увидел только что. Арнора, наверное, вне себя от отчаяния. Арноре плевать. И тебе. Я твоя смена. Еще один день, еще один септим. Хозяева, пустите переночевать до утра, я хочу с графиней повидаться. Но я думаю, нет, да? Ну, смотри, пускай, вот если они меня только, конечно, не наругают за это. Так, мы будем отдыхать 13 часов, отдрыхнемся просто. С 9 же, по-моему. Ладно, народ вроде не против, что мы тут примостились в уголке. Лишь бы меча никто не хватился за это время. Ух. Так, надо пожрать. Что у нас там есть? Оленину. И заедим. Яблоко, что ли, только осталось. Ну, ладно. Надо будет еды еще спереть. У меня ноги сейчас отвалятся. Я здесь, чтобы сменить тебя. Давно пора. Эл, харе морду плющить. Ты тоже стражник? Они что, раздеваются перед сном, что ли? Удивительно. Не ожидал, что игра настолько проработана. Да. Да? Да. Так. Подожди, а куда подевались? Они, смотри, все сожрали. Капец. Я хотел у них бутылку спереть. Ну ладно. Надо будет длинные мечи тогда качать. Потом найду катану. Ну что, сидишь? Хорошо, давайте сохранимся. Один стражник. Приветствую. Здрасте, здрасте. Рада видеть тебя. Приветствую вас. Добро пожаловать в замок Брума. Что привело тебя сюда? А почему у вас дом продается в городе? Я пока что не вполне тебе доверяю, чтобы говорить об этом. Логично. Что в Бруме происходит, уважаемая? Некоторые видят только конфликты между северной и южной культурами. Но я верю, что переплетаясь, они и взаимообогащаются. Бывает. А по слухам что? Налоги? Они высоки. Но мы должны платить. По крайней мере, поступления расходуются разумно. А растраты, если и бывают, то незначительные. Понятно. Ничего полезного я от тебя не получил. Да снизойдет на тебя благосклонность божеств. Аналогично. До свидания. Ну что, давайте тогда двинем в другой город. Пока что по этим квестам у нас особо ничего не вышло. Что у нас там по карте-то поблизости есть еще? А вот тут вот у нас есть скала Мороза, где нам, судя по всему, подарили дом или что это такое. Сейчас мы направимся туда, и кроме того, вот тут у нас какая-то пещера, но туда мы не пойдем пока. Ну, скорее всего, пещера, судя по тому, что дорога там обрывается. Погожая погодка. Надо было потеплее одеться, конечно, тут у нас рубахи не хватит. В северные какие-то области попали. Так, хорошо. Город Джеро, понимаешь? Так, все, выходим из города. Город мне понравился, но делать в нем оказалось особо нечего. Маленький городок такой. Мне почему-то кажется, что тот квест на вампиров, его нужно будет выполнить.
попозже как-то, что ли. Я не знаю, может, какой-нибудь фракции надо будет состоять в какой-нибудь. Посмотрим. Так, вот не на эту ли я скалу иду? Если да, то туда подъем будет достаточно непростым. И, кстати, да, я на первых порах стараюсь по минимуму пользоваться быстрыми перемещениями, потому что они разрушают атмосферу. Потом уже попозже, когда мы это досконально будем знать, можно будет экономить время. Кстати, я хочу купить лошадь. Хотя у меня денег, наверное, не хватит. Сколько у меня там? 206 септимов. Лошадь мне явно не помешает. Что? Как что? Живи-ка. Так, ладно, лошадь. Тебе нужна лошадь? В конюшне сильные лошади, лучшие пегие лошади в Сиродиле. Почем? Пегие лошади Брумы, самые выносливые во всем Сиродиле. Ты можешь купить их только у меня. Извини, я не буду брать. А сколько они стоят? Точно? Что ж, если передумаешь, ты знаешь, где найти меня. Ну, хорошо. Удачного тебе дня. Блин. Блин, где она? Все, ладно, Валь. Так, нужно быстро сожрать. Я так понимаю, что вот этот спёртый меч, если меня еще раз арестуют, то все. Так, ну что, давайте испробуем новинку. Только отойдем подальше от стражи, а то мало ли кто-нибудь узнает его. Но он неплохой такой, да? И я думаю, против всякой нечисти может вполне себе неплохо показаться, показать себя. Ну, как бы. Ну да. Вполне себе. Вот под него и будем качать навыки. Лук бы еще получше. Дымчатая говорушка. Что-то у меня подозрение насчет нее. Что она съедобна, несъедобна. Так, это камень, мы мимо него проходили. Клетика. Это из-за того, что мы бегаем. Так, ну сейчас нам нужно пилить прямо вот туда, как-то обойти эту гору справа, я думаю. Идем на юго-восток. Кстати, в комментариях говорили, что крадучись лучше бегать. Ух ты, елки-палки. Это я не очень удачно влупился. Здрасте. Так, там еще один. Ну, в принципе, мы сейчас зайдем в это место. Хорошо, стрелы. И отмычка. Отмычки, я думаю, у меня быстро будут кончаться, потому что вы увидели, какой у меня навык. Ужасный. Открывание. Да и сам я при этом тоже небольшой спец. Так. Оружие не убирается. Кто-то говорил, что можно оружие убрать, и, мол, тогда все будет нормально. Ничего подобного. Вот это вот смертельное ранение, да? Ну да. Давайте посмотрим, что у нас тут. Я ненавижу гоблинов. Разоренная шахта. Маленько не дошли мы куда хотели. Ну да ладно. Надеюсь, привидений тут нет.
Потому что против привидений. Хотя, кстати говоря, может, серебряный меч поможет. Смотри, какой живучий. Ох ты, смотри, какой берсерк. О, ребята. Да дохни ты, тварь. Так, минус. Отдохните уже. Так, нужно маленько подлечиться, а то меня сейчас точно свинтят. Так. Да твою мать, ты смотри какой... Офигеть, просто с вас можно. Так, ну что, мне не хватает силёнок, чтобы врубать вас даже из стелса. Это не очень хорошо, я могу сказать. Фу, так, ладно. Сохранились. Подлечиться бы надо, нет? У нас, кстати, зелий лечения не так, чтобы много. Поэтому мы сейчас, скорее всего, будем огребаться. Еда тут особо не прибавляет. Все, лечения нет. Что ж, будем стараться. Чё ж я так не купил-то их? Берсерки — это, конечно, да, не очень хорошо. Зачем я вообще сюда иду? Но будем надеяться, что здесь будет хоть что-то, чем можно будет поживиться. Отлично. Чисто. Ой, сундук простой. Здесь опять какая-нибудь лажа там будет. Ну, ладно, допустим. В этот раз довольно просто получилось. Это был обычный гоблин. Гоблин-трипера какой-то. Не берсерк, по крайней мере. Заброшенный туннель. Отлично, хочу ли я туда идти с таким количеством жизни? Честно говоря, не очень. Но придется, конечно. Давайте сначала осмотримся хоть что-ли. Что у нас тут еще есть? О, слышу. Или это мои шаги? Так, железный короткий меч. Отнюдь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну ладно, допустим. Не очень удачно у нас все идет. Нужно качать невидимость. Ну, то есть вы поняли. Так, ну-ка. Может, приучиться к лечению, хоть маленькому себя. Скорее-то я умел. Может, и здесь. Лечение легких ранений. Вот уже что-то, да? Ну и нормально. Она прибавляется постепенно? Хорошо. Так нам зелья практически не нужны тогда. Ну, по крайней мере, пока. Так. Я вроде бы кого-то
слышу. Стрелы — это всегда хорошо. Отмычка тоже неплохо, учитывая, с каким трудом тут открываются некоторые замки. Здесь, похоже, все. Больше ничего нет. А, вот, смотри. Еще одно ответвление. Ой, там их двое, подожди. Сейчас мы сохранимся. Подлечимся. И начнем. Чтобы выносливость не тратить, пока его ждать будем. Ну их там двое, вы поняли. То есть 50 на 50. Либо мы их, либо не мы их. Трое. Да тут уже практически 100% вероятность того, что мне хана. Оп. Без палева. Да дохни ты. Ох, там еще и лучник. Пехотинцы, да вы издеваетесь. Так, нужно встать в узкое место. Офигеть. Блин, с блоком он что-то пользуется вообще как-то. Смешно просто. Да ёлки, что ты делаешь, а? Мне хана. Так, отступаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Понятно. Нужно тактическое отступление. Это не паническое бегство, не подумайте. Это тактическое отступление. Фух. Как хорошо, что они настолько тупы, что не умеют открывать двери. Так, подлечимся. Блин, и город-то вот он прям, Брума. Хорошо, неплохо так нам настучали. Давайте, наверное, на этом и завершим эту серию, а дальше в эти пещеры будем пробиваться в следующий. Тут, судя по всему, нам будет достаточно сложно жить, но, тем не менее, будем обучаться бою. Это тоже, как говорится, в плюс, так что тяжело в учении, легко в бою потом будет. Надеюсь, вам понравилась эта серия, увидимся в следующей. Постараемся отомстить этим гадам. С вами был Артур, всего хорошего, пока. Ой, мать твою за ногу. Короче говоря, вы поняли, о чем я. Так вы... Вас, похоже, возмутило то, что я назвал вас тупыми. Ай. Райца. Ой-ой-ой, кританули, это как? А то у нас стрелок урошился, как я посмотрю. Да ты посмотри, что он делает. Хорошо. Складки местности, скотина. Фу. Нормально так завершили серию. Зато подняли железных стрел. Стальная булава, кстати, весит неплохо. Ой, стоит, то есть. Стальные стрелы. Стальные стрелы. Отлично. Подожди, лук забрал, что ли? Нет. Так, кстати говоря, вот так выкидывается оружие. А я и не знал. Короче говоря, давайте на этом завершим. Мне не дали попрощаться, но тем не менее, увидимся завтра. Пока-пока-пока.